Приветствую вас, дамы и господа. Вы попали на канал «Литературная невежда». На этом канале мы с вами обсуждаем, делимся впечатлениями, в общем, делаем все, что связано с книгами. И сегодня у нас по традиции обзор книги. И на обзоре у нас сегодня вот такая прекрасная книга, как «Отец смотрит на Запад», авторство Екатерины Манойло. Данную книгу я прочитала еще в сентябре, но я как бы постаралась воссоздать все максимально, чтобы было понятно и интересно. Хоть в книге всего 220 с лишним страниц, эту книгу я читала целую неделю, это все из-за моего нечитуна. Если бы у меня в этот период не было нечитуна, я бы, думаю, эту книгу могла и за вечер прочитать. По традиции обзор мы начинаем с рассматривание обложки и вообще внешнего вида книги. Так что на обложке мы можем видеть девушку, коса которой перерастает в дерево. Я не знаю, что этим хотел сказать автор обложки, но давайте сделаем вид, что мы поняли глубокий смысл, да? Эта книга выполнена в черно-белых тонах, и я вам так скажу, здесь присутствует некий символизм, так как происходящее в книге тоже можно отнести к черно-белым, просто пустым, бессердечным дням, поступкам, случаям и так далее. Поэтому, может быть, в данном оформлении и цветовом подборе тоже был некий такой, знаете, символизм. Ну, больше не знаю, что сказать. Шрифт в этой книге не маленький, не большой, то есть вот такой. Эту книгу я приобретала в Фикспрессе, если кому интересно, всего за 200 рублей. И сразу забегая вперед, скажу, что эта книга стоит своих денег. Насколько я поняла, издательство этой книги «Проза», «Альпина», у меня проблемы с ударением «Проза». Ну, это если кому-то интересно. На обратной стороне этой книги нет никакой аннотации, ничего подобного. Здесь просто мини-биография писательницы и отзывы об этой книге от разных критиков и все такое. Поэтому, когда в Фикспрессе она продавалась в пленке, мне было неудобно, так как я все-таки хотела узнать хотя бы из аннотации, что будет примерно происходить в этой книге, но я не смогла из-за того, что аннотация там отсутствовала. Не могу, кстати, не упомянуть свой прекрасный подбор стикеров к этой книге, я считаю, они очень красиво сочетаются. Артикул этих стикеров вот здесь. Если оценивать внешний вид этой книги, то я могу смело поставить 5 из 5, потому что именно внешность этой книги, так скажем, привлекла меня в Фикспрессе, собственно, потому что аннотации я ее не видела. Я, кстати, вам забыла сказать, чтобы вы брали что-то вкусненького на этот разбор. Тёмный черешневый сок. Начало у книги довольно интересное, так как нас сразу погружают в атмосферу, черно-белую атмосферу, давая нам понять, что в этой книге не будет розовых очков. Нам их сразу же разбили, нам их даже не выдавали. И чтобы обозначить всю жестокость этих событий, уже в начале книги нас знакомят с маленьким мальчиком Маратиком, который через несколько страниц умирает от падения телевизора. Позитивно? Я тоже так думаю. После смерти Маратика по всей деревне пошли такие, знаете, небылицы, но на самом деле они были очень как былицы. О том, что разные жители видят Маратика, ну то есть он как бы как призрак приходит, рассказывает чужие сплетни, рассказывает чужие слухи. И от этого как страдают, так и, ну, может быть, не только страдают многие жители, так как им раскрываются разные секреты, разные тайны, а может быть и что-то, что они не хотели бы знать. Ну а Маратика есть старшая сестра по имени Катя, которая и является главной героиней данного романа. Как вы понимаете, из-за отсутствия розовых очков, после смерти мальчика отец начинает спиваться, вести себя абсолютно неадекватно, а его мать уходит в церковь. Девочку травят в школе, ее булят просто из-за того, что она другой национальности, к ней очень плохо относят. Но это еще не весь трэш, который происходит в этой книге. У отца этой девочки есть старшая сестра, насколько я поняла, это старшая сестра, у которой есть сын. Ладно, ребят, я не поленилась и залезла в книгу этого мужлана номер один, зовут Тулин, так что у нас теперь есть его имя. Так вот, запомните Тулина, он очень сильно булил Катю в школе, но это еще не последнее его появление в этой книге, к сожалению, и в нашей жизни тоже. Жизнь Кати, как вы понимаете, стала еще ужаснее после смерти Маратика, так как ее жизнь кардинально сменилась, отец начал пить, мать ушла в церковь, ну и как бы это ужасно, мы все понимаем. Но розовочки нам все-таки выдают, хоть и ненадолго, но нам их выдают, ребята, нам их выдали. И появилась чудеснейшая женщина, Ирина какая-то там, не помню, как я ее зовут.
Ну вот эта бабушка Ирина, получается, забрала Катю с собой жить в Москву. В Москве она жила хорошо, так как она такая преподавательница вроде как, я не помню, но она такая культурная женщина, так что это намного лучше, чем ее прошлые условия жизни. Но, я как вам говорила уже, розовые очки в этой книге — это что-то просто, ну такое, знаете, перед тем, как нам дадут розовые очки, нам что-то... Да, нагадит. Нам нагадили тем, что мать сбежала со всеми деньгами семьи. На самом деле, это не то, что нагадили, я даже поддерживаю эту женщину, потому что я бы тоже этого не выдержала, но жалко, что вот так все произошло, да? Да. И, собственно, Катя начинает новую жизнь, она начинает ходить в нормальную школу, где к ней начинают относиться более-менее нормально. И на этом спасибо, Господи, храни вас, Екатерина Мануэла, спасибо, что дали Кате передышку. Но, как я говорила, розовые очки в этой книге даются не больше, чем, там, не знаю, на полчаса, 20 минут, если бы это был фильм, да даже 10 тогда. И... Катя проживает свое беззаботное детство, такое беззаботное с бабушкой. Она начинает увлекаться звукозаписью, но бабушка не вечная, бабушка умирает. И нас переносит в взрослую жизнь Кати. Ну и, как вы понимаете, эта книга не стала бы такой мрачной, если бы Катя была просто зажиточной девушкой, которая не нуждалась бы. Нет, Катя очень даже нуждалась, поэтому решила продать дом бабушке, ну потому что она сама туда не часто ездила, и смысл ей далекий загородный дом, если она живет в Москве, в съемной квартире. Она решает продать, но это не увенчается успехом, и она очень много раз проваливает свои показы, проваливает свою продажу дома. В общем, на этом мы особо не будем останавливаться. У Кати возникают серьезные проблемы со съемной квартирой. Владелец этой квартиры, Юрий, мужлан номер два, потому что он так себя ужасно ведет по отношению к главной героине, что это просто очередное проявление мужланизма. Вот так я это называю. Он себя абсолютно ужасно ведет, но Катя понимает, что лучшего варианта квартиры она для себя не найдет, поэтому она все это терпит и оплачивает ему квартиру. Ну, не ему, а как бы съемную квартиру. Еще бы она ему квартиру оплачивала. Вот. И живет себе дальше. Ну и, как вы понимаете, события на этом не кончаются. У Кати умирает ее отец, который, да, вот этот вот спившийся. Ну и как бы Катю приглашает на раздел имущества, не на похороны, нет, а на раздел имущества. Собственно, Катя приезжает, потому что квартира-то переходит ей по наследству, а не тете, насколько я понимаю. И Катя просто хотела ее либо продать, либо сдавать, либо что-то еще. Ну, в общем, она не хотела просто так ее отдавать. Дальше начинается весь трэш этой книги. Я вам говорила не забывать про Тулина. Мы сейчас про него вспомним, ребята. Собственно, Тулин женился. А знаете, как он женился? Подождите, перед этим мне нужно просто выпить, чтобы мне было не так больно об этом рассказывать. Тулин серьезно себе находит жену. Буквально находит. Он ее заприметил и украл. На тот момент у этой девушки уже был жених. Она даже родила от него сына. Но что вы думаете, Тулин правильно, он дикарь. Он выкрал эту девушку вместе с ее ребенком и шантажом довез до своего дома, где, собственно, и заставил ее на нем жениться. Девушку вынуждают выйти замуж за этого отвратительного Тулина. И так еще и родители дают приданное. А родители у этой девушки не бедные. То есть, ладно, Тулин, он просто, я не хочу никак никого оскорбить, но он, правда, был малоимущий и нищий. И она поселилась в той самой квартире, которую они должны были делить с Катей. Они там жили Аманбеке, Тулин и вот теперь еще и эта невеста с ее сыном. Собственно, Катя не была бы главной героиней, если бы с ней не был связан подобный случай. А я вам сейчас про него как раз-таки собираюсь рассказать. Родственники не хотели просто так брать и делить квартиру с Катей. Знаете, что они сделали? Когда Катя приехала, Тулин предложил ей, почтить память отца, так скажем, и проехаться с ним на кладбище. Они хотели ей показать, что они отстроили для ее отца. Повез ее Тулин на своей супермашине. Я думаю, вы понимаете, о каких машинах идет речь. И когда он ее туда привез,
он завел ее в склеп. Склеп — это, насколько я поняла, это такая постройка, небольшой такой, ну, как бы церковь, такая прям очень маленькая, там метр на метр буквально, и там вот лежит как раз-таки труп человека. Не зарытый, а вот так на столе. Он ее туда завел, и пока Катя осматривала там труп отца, прощалась с ним, он ее там запер. Нет, ребята, вам не послышалось, нет, ребята, вы все правильно поняли, точнее, да, ребята, вы все правильно поняли, он запер ее в склепе с трупом и уехал. Я вам расскажу кое-что еще. Перед тем, как он ее туда отвез, знаете, что было? Когда они застряли в этих зыбучих песках, грёбаного, не знаю там, что это было за местность, Катя вышла, чтобы осмотреться, а Тулин попытался ее изнасиловать. Да, он повалил ее на землю, начал к ней лезть, целовать ее насильно и пытался ее изнасиловать, но Катя, к счастью, смогла выбиться из его рук. Я очень благодарна Екатерине Мануэлу, что она дала жить этому персонажу. В это время на улице пытаются вот открыть дверь какие-то грабители. Я не помню, что случилось с этими грабителями. То ли они зашли и ничего не нашли и ушли, то ли они, в принципе, не смогли попасть в склеп, но грабители Кати по итогу ничего не сделали. Но вскоре на спасение Кати приходит... Угадайте, кто? Вы никогда не угадаете. На спасение Кати пришел никто иной, как жена Тулина. Вы в шоке? Я тоже в шоке. Но вы меня можете спросить довольно резонный вопрос. С чего бы вдруг, казалось бы, незнакомой женщине спасать другую незнакомую женщину? И этот вопрос довольно-таки разумный. Но, как я вам уже рассказывала ранее, Маратик может появляться где угодно и рассказывать что-то вот такое странное. Маратик появился, и Маратик рассказал вот этой девушке, что же скрывает в себе этот дом. А он, что ли, скрывает 5 миллионов рублей. Собственно, что сделала девушка? Правильно она нашла эти деньги, и правильно она с ними сбежала. Она приходит на кладбище к Кате, и перед этим она, кстати, сделала копию ключей от этого склепа, поэтому она без труда открывает. Она не выловила рыбки из пруда, но она, видимо, выловила рыбку, потом открыла этой рыбкой склеп. Что за бред я только что сказала? Я не знаю. Собственно, она и освободила Катю, они вместе с ней сбежали в Москву. И Катя, хоть и не очень знала этой женщины, девушку, она и терзалась в сомнениях. И на самом деле я очень благодарна авторке, что она до конца произведения, хоть там и был счастливый конец, она не позволяла нам надевать розовые очки. И за вот этим непозволением она нам показала то, что Катя терзалась в сомнениях. Точно ли она хочет пускать в свой дом незнакомую девушку с незнакомым ребенком, потому что она понимала, что с этим ребенком начнутся у нее проблемы, головные боли, все такое, недосып. Но она все-таки приняла правильное решение, на первое время помогла все-таки девушке. Но не за просто так, понимаете, она как бы взяла часть этих денег и как бы... Думаю, потом у них тоже были партнерские отношения. Через сколько бы мы ни прошли, книга заканчивается на хорошей ноте. Я бы не назвала это хэппи-эндом, потому что неизвестно, через что придется пройти героиням далее. Ведь, я думаю, Тулин не успокоится, начнет сталкерить их. И, опять же, терзания и сомнения по поводу места жительства девушки дадут о себе знать. И сюжету с абсолютной точностью я ставлю... твердые 5 баллов из 5 возможных, потому что это правда цепляет за душу, ребята. Это не такая книга, которую ты прочитал, знаешь ее сюжет, и ну, ты типа все прочитал, ходишь там себе дальше, живешь свою жизнь. Но это книга, которая заставляет задуматься о том, что происходит вообще в мире. Во вселенной этой книги женщину не ставят вообще ни во что. И, возможно, сейчас мои слова вас очень сильно расстроят, а, возможно, наоборот. Но это никакая не другая вселенная.
это наша вселенная, и то, что описывается в этой книге, происходит с нами сейчас. На самом деле, я не ловлю никакой какой-то краш на персонажей, и у меня нет какой-то симпатии и привязанности, но так как Катя являлась главной героиней, у меня, конечно же, к ней постоянно проявлялось сострадание, и вот к этой девушке, которая вышла замуж не по воле, у меня появилось больше всего сострадания. И вот, наверное, она мне больше всего симпатизировала, так как она мне показалась самой смелой из персонажей, потому что она, несмотря на это общество, она пошла, сделала копию ключей, пошла на кладбище, спасла Катю и сбежала с очень крупной суммой на руках и с ребенком. Поэтому для меня это самый лучший персонаж этого романа. Ну а я буду с вами прощаться, с вами была я. Меня зовут Соня, вы были на канале «Литературная невежда», канал, на котором мы с вами обсуждаем, делимся впечатлениями, делаем все, что связано с книгами, и не только. Поэтому я надеюсь, что вы еще вернетесь на мой канал. Кстати, чтобы вернуться на мой канал, лучше всего на него будет подписаться. А если вам понравился этот обзор, то обязательно поставьте лайк. Его можно вот здесь поставить, можно спуститься под видео и поставить. И обязательно пишите в комментариях мысли по поводу этой книги, читали ли вы эту книгу и хотите ли вы ее прочитать после вот этого обзорчика. Ну а я буду с вами прощаться. Всех люблю, целую, всем пока!